привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Иногда владельцы этого имени теряют энергию в условиях рутины, поэтому всеми силами стараются обеспечить себе постоянные перемены. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Удары судьбы для этих людей не оставляют заметных следов на характере и поведении. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Обладатели этого имени, как правило, очень возбудимы, нервны, эмоционально мобильны. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. От душевного мятежа многие приходят к религии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.